не почтит русского народа. Немедленно освободить жителей, задержанных на мирных акциях протеста, и прекратить их уголовные и административные преследования. Они подвергаются пыткам, побоям и издевательствам со стороны правоохранителей, из них, как сейчас можно называть. Не препятствовать народу Беларуси, это второй пункт. Проводить мирные митинги и шествия, не нарушающие правопорядок. Прекратить насилие и жестокость со стороны милиции. Перестать запугивать людей увольнениями и штрафами. Говорят, что таких волокно уже такие разговоры есть. Убрать из наших городов дискредитированную жестокостью ОМОН. Четвертое. Признать прошедшие выборы президента Беларуси сфальсифицированными. Честные выборы по лучшим международным стандартам. И если наши требования не будут выполнены в кратчайший срок, мы оставляем за собой право остановить производство и объявить...